Всем привет! Сегодня второе видео из серии «10 навыков бизнес-аналитика», в котором я расскажу про эмоциональный интеллект, EQ. И я затрону три основных навыка. Первый навык — это get things done, умение добиваться результата. Второй навык — это непосредственно управлять эмоциями, особенно негативными. И третий навык — это умение управлять стрессом. Начнем с getting things done. Getting things done, или умение добиваться результата. Понятно, почему это важно. Потому что работа аналитика рассчитана именно на результат, а не на процесс. И любая работа, любой workflow должен строиться именно от конечных продуктов, которые мы хотим получить. От результатов нашей деятельности, а не от процесса их выполнения. В чем сложность? Сложность в прокрастинации, всем известной, особенно когда дается какой-то большой стрим работы, большой кусок, какая-то неподъемная аналитика, которую нужно еще разложить на части, с каждой части что-то сделать и потом прийти к результату. Мы начинаем думать, ой, это же ужас, это нужно как-то с этим разобраться, непонятно как, разберусь потом. Вот, наверное, все так писали диплом. Это огромная работа, которая пугает своим размером, и думаешь, что ну когда-нибудь я напишу. В итоге писали, наверное, в последнюю ночь, писали абы как, если не списывали, если вообще писали сами, и сдавали, ну, и чтобы больше это никогда не видеть. К сожалению, в аналитике, в работе уже так не получится. Здесь придется делать работу хорошо. Если будете делать работу аналитическую так же, как писали диплом, то долго аналитиком вы не продержитесь. Нужно делать хорошо. А как делать хорошо? А делать хорошо нужно по частям. Мелкими кусочками, но хоть как-то потихоньку, может быть, ползти к результату. Но ползти к нему. Двигаться к результату, а не ждать, что когда-нибудь это все произойдет. Не ждать вдохновения, что называется. Об этом хорошо сказал Стивен Кинг. Он, конечно, не аналитик, но его работа, которая предполагает много всего придумывать и добиваться результата, написанной книги, очень похожа на работу аналитика. Вот он говорит, что вдохновение – это для профанов, для любителей. А профессионалы берут и делают. Так же и нам с вами. В аналитической работе нужно брать и делать. Мелкие кусочки. Разбил свою задачу на что-то мелкое, буквально там по 10 минут, по часу времени. Сделал, поставил себе галочку. Оп, я с этим справился. Подумал, какой я молодец. Небольшую ачивку заработал. Двигаешься дальше. И так, когда разложил слона, как говорят в тайм-менеджменте, на мелкие кусочки, мелкие лягушки, съел этих всех лягушек. И в итоге потом оказывается, что неделя такой работы, и слон съеден. В отличие, там, например, от другого человека, который откладывал, и в итоге ничего не сделал. Вы добились результата. А это в аналитической работе очень важно. Следующий навык, который очень важен бизнес-аналитику, это умение управлять своими эмоциями. Удивительно, но почему-то это умение гораздо хуже развито у людей, у которых сильно развит интеллект, IQ. И, казалось бы, люди, у кого этот IQ кажется ниже, при этом гораздо лучше управляют эмоциями. Понятно, почему эмоциями управлять нужно. Потому что, что бы ни случилось в вашей работе, вы должны вести себя профессионально. А случится всякое. Случится недовольный клиент. Случится несправедливый фидбэк. Случится непонятное какое-то обстоятельство на, не знаю, например, на дороге водитель такси врезался в машину, и вы опаздываете на встречу. Ваш самолет опоздал. Но вам в любом случае нужно как-то вести себя так, чтобы урегулировать проблему и решить ее продуктивным образом. Это не просто, но это делать необходимо. Однако необходимо управлять не только отрицательными эмоциями, но и положительными. Если на эйфории вы принимаете какое-то непонятное решение, например, инвестировать там в какие-нибудь акции, при этом не подумав хорошенько о том, а стоит вообще туда тратить деньги или нет, или вы все потеряете, то с большой степенью вероятности вы все потеряете. То же самое касается не только инвестиционных решений, но и, в принципе, любых аналитических. В конце концов, инвестиционное решение – тоже аналитическое решение. Вам нужно всегда себя тормозить от принятия решений на эмоциях. И желательно навести какую-то такую практику, какую-то рутину, routine по-английски, которую вы используете для того, чтобы остановить себя перед принятием решения на основе эмоций. Если вы чувствуете, что вас одолевает какая-то эмоция, будь то злость, недовольство, негодование, ненависть или наоборот радость, эйфория, крылья там и все дела, нужно заставить себя сделать паузу,
что-то выполнить, какую-то рутину, которая помогает вам от эмоций избавиться, а потом сделать, принять решение и продолжить работу уже чисто без эмоций. Например, у меня такая рутина – это пойти прогуляться. Если я чувствую, что меня что-то злит или, наоборот, слишком радует, и я сейчас там горы буду рушить, я стараюсь успокоиться, подумать, что окей, я сейчас сделаю кучу глупых вещей, если продолжу работать прямо сейчас, иду на улицу, иду гуляю, я могу гулять там, например, минут 40, если, например, меня что-то сильно беспокоит. Я успокоюсь, после 40 минут становится гораздо легче. Потерял время, но при этом не потерял эффективность. Пришел, продолжаешь дальше работать, сделаешь работу гораздо лучше, чем если бы в порыве эмоций я взял бы, наговорил бы какие-нибудь глупости, испортил бы отношения с людьми и сильно испортил бы себе жизнь. К сожалению, у меня были такие ситуации, когда я в порыве эмоций с кем-то ругался, конечно, как и все, и это ухудшало потом мои отношения с людьми, но что могу сказать, я был глуп. Я иногда и сейчас так делаю, но это глупость с моей стороны. То, что нужно исправлять, я стараюсь это исправлять. Соответственно, советую и вам тоже работать над этим, поскольку это очень сильно повысит ваши шансы на успешную карьеру, да и вообще на счастливую жизнь, если вы научитесь избавляться от глупых решений на основе эмоций. Либо хотя бы будете их правильно менеджить. Третий навык, о котором я хотел сегодня рассказать с точки зрения эмоционального интеллекта, это умение управлять стрессом. Опять же, понятно, откуда стресс берется. Много работы, много заданий, при этом есть еще и дедлайны, и нам нужно get things done и удовлетворять дедлайнам. При этом еще и прилетают какие-то изменения заданий, при этом еще прилетают недовольные люди, недовольный клиент, который не менеджит свои эмоции, выливает свои эмоции на тебя. И, конечно, начинаешь нервничать, переживать. А вдруг я не успею? А вдруг я плохо сделаю? А вдруг еще что-то произойдет? А вдруг? Вот здесь, опять же, как и при управлении эмоциями, стоит взять паузу и, не знаю, пойти прогуляться, выполнить какую-то рутину, которая вам очень сильно помогает расслабиться. Работает так же, как и с эмоциями. Но кроме эмоций, кроме управления эмоций, здесь есть еще одна фишка. Это попробовать изменить свой взгляд на вещи, изменить свой майндсет. И у успешных аналитиков и кандидатов часто как раз майндсет правильный. В чем заключается правильный майндсет? В том, что вы понимаете, что бы сейчас ни произошло, как бы ни испортилась ваша работа, какой бы фидбэк вам ни дали, как бы ни изменилась ситуация, это не страшно, это не критично. Вы все-таки, если вы аналитики, вы не делаете операции людям, вы не хирурги, вы не спасаете жизнь людей, вы не пожарные, чьи действия могут либо спасти человека, либо обречь его на смерть. Вы лишь анализируете данные. Они, конечно, в глобальной перспективе могут на что-то повлиять, но вряд ли они сильно ухудшат чью-то жизнь, в том числе вашу. Ну, не получится что-то на этом проекте. Ну, ничего страшного, вы исправитесь. Вы знаете, как исправить эту ошибку. Такое было уже кучу раз. Недовольный клиент, но окей, вы знаете, как себя вести, потому что вы профессионал, вы умеете с этим работать. У вас уже есть опыт. Проблемы с начальником, ну окей, вы и это заменеджите, у вас такое было. Но даже если уволят с работы, в крайнем случае, ну тоже не страшно. У вас есть хорошее образование, у вас есть хороший опыт работы, вы найдете себе возможность заработать деньги. А может быть, вы найдете еще более крутую возможность с точки зрения продолжения карьеры. Может быть, вы бизнес свой откроете после того, как вас уволили. Кто знает. В общем, никогда не произойдет непоправимые вещи, которые сильно ухудшат вашу жизнь. Помня это, вы начнете гораздо меньше переживать о каких-то текущих вещах, которые влияют на вашу работу. Через год вы их даже не вспомните, а через 5 лет вы не вспомните вообще детали этого проекта, скорее всего. Поэтому подумайте о том, что то, что произойдет, не испортит вашу жизнь, не так критично. Расслабьтесь и делайте спокойно то, что вы должны делать. Понимание вот этого, оно приходит не сразу, оно приходит со временем, но когда оно приходит, вам становится работать гораздо легче. Вы избавляетесь от стресса и вы работаете сильно лучше.
Так, ну что, мы с вами рассмотрели три навыка с точки зрения эмоционального интеллекта. Это умение выполнять работу, борьба с прокрастинацией, это умение управлять эмоциями и это умение управлять стрессом. Ну, конечно, вы можете сказать, что все, что я рассказал, это капитан очевидность или, там, по-русски говоря, генерал ясен хрен, но очевидные вещи тоже могут быть важными, и эти вещи важны. Вы скажете, что их тяжело внедрять в жизнь. Ну что ж, это правда. Но дорогу осилит идущий. Так что пробуйте и внедряйте. Я уверен, что получится. Не сразу, но получится. В следующий раз поговорим с вами об построении отношений, об RQ. До встречи!